А давайте здесь. Так. Понятно. А. Так, ага, все, начал подключаться. Я вас приветствую, дорогие друзья. Вчера поздно вечером мы выходили в прямой эфир, но что-то был очень плохой интернет, поэтому не получилось договорить. Значит, я вместе с нашим коллегой Николаем Николаевичем Григоришиным нахожусь на... Мы находимся на урбанистическом форуме в Москве. Значит, очень давно не было прямых эфиров. Давно не видел, не слышал вас. Вы, наверное, меня. Могу сказать, что готовлю большой проект. Скоро выйду с его защиты. И вам всем будет понятно, что мы делаем, когда и зачем. А сейчас хотел бы отметить то, что, находясь с Николаем на этом форуме, на самом деле, и это рекомендация для всех наших, для наших других коллег, для вообще для всех тех, которые претендуют на то, чтобы сделать что-то для того, чтобы жизнь в Молдове, качество жизни людей стало намного лучше. Чем больше будет таких мероприятий, тем больше мы наберем того опыта, получим тех знаний и увидим то, чего в Молдове, к сожалению, в Молдове сегодня на самом деле нету. Я думаю, несколько слов скажет наш друг Николай Николаевич. Уж сегодня он впервые представляет Бельцин как глава города. Добрый день, друзья. Ну, форум очень полезный в плане того, как для меня, для мэра города Бельцы, я для себя сегодня узнал очень много вещей. Дальше после обеда у нас будет масса встреч уже индивидуального характера, как с правительством Москвы, так и представителями. Но самое главное, что я это всегда говорил и говорю сегодня, то есть я нашел подтверждение своим словам, то, что во главе города должны стоять наши горожане. И мы должны работать на благо наших горожан. Пускай это будет наш город, наша страна, наша улица, наш район. Но мы должны работать только во благо горожан. Ну, приеду, больше расскажу, конечно. Я думаю, что с итогами, с какими-то итогами потом выйдет Николай Николаевич уже по возвращению домой. Сегодня только первый день. У нас запланировано... У нас запланированы встречи, в том числе с представителями других городов, других стран. Поэтому мы, как говорится, полностью в работе. Многие пишут, где это, где находимся. Значит, находимся мы в парке Зарядье. Значит, абсолютно новый проект для Москвы, который появился не так давно. По крайней мере, сегодня мы начали здесь, потом у нас в городе уже будет ряд встреч, где мы должны продолжить то, что мы запланировали. Поэтому, ребят, вам хорошего дня. Значит, вам, ребят, хорошего дня. Вижу очень много вопросов, особенно связанных с моим возвращением домой. Ребят, все зависит от меня, от вас. Но я уверен, что будет все. Я уверен, что все будет хорошо. Поэтому вам еще раз хорошего дня. Мы обязательно с вами в лаве обсудим все моменты. Я также отвечу на ваши вопросы. Ладно? Сейчас мы побежали работать. Всем спасибо, обнимаю, пока.